Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Железный Десант. Так что поехали. Десантура, как говорится, готова к высадке. Координаты мы телепортации с вами, естественно, получаем. И смотрим, что у нас новенького произошло на карте. Что-нибудь открылось? Так, открылось. Есть одно задание, ребята. Есть даже два задания, я смотрю. Что это такое? Отбой. Обнаружен тайный центр сбора данных, защищенный забором и сигнализацией. Отряд должен разрушить главный завод центра. Без энергии важные для периферойдов данные будут потеряны. А это нам и надо. Это у нас как бы первое задание. А вот здесь у нас что? Стальное сердце. Ну, мы же вроде бы проходили с вами стальное сердце. Это была у меня прошлая серия. Так, у периферойдов есть тщательно охраняемая фабрика по производству армии роботов. Если мы ее разрушим, то выиграем время. Для взлома терминалов к нашим солдатам присоединится опытный техник. То есть какой-то новый юнит. Получается так. И смотрите-ка, еще есть задание, ребята, здесь. Третье, оказывается. Разделяй и властвуй. Разведка доложила, что вся логистика периферойдов зависит от одного завода. Нужно его захватить, чтобы ослабить их снабжение. Увы, все герои на передовой отряду придется работать без них. Захватите главный завод периферойдов. Слушайте, а почему бы сегодня нам, ребята, не сделать вот эти вот дополнительные задания? Давайте, наверное, мы и приступим. Пожалуй, будет это у нас вот это вот. Отбой. Что ж ты, центр сбора данных. Да, я, пожалуй, с него начну, но вначале кое-что прикуплю, если у меня есть, конечно, такая возможность. Так, 420 у меня голды. И что же я могу взять? Я могу взять... Ничего не буду брать, ребята, хочу вот накопить на этих ребят. Банда бомбардиров. Мы с вами их не смотрели, и я думаю, что вам тоже было бы, наверное, интересно на них взглянуть потом. Так что давайте попробуем пока вот таким вот макаром поиграть. Фух, давненько мы с вами не играли в дополнительные уровни, в дополнительные миссии, так что... Думаю, никто не обидится, и выиграют от этого только все. Захватите переключатель барьеров в левой зоне. В левой зоне, это вот здесь, да? Переключатель, хорошо. Чё, уже что ли прут? Так, дело не пойдет, ребята, отойди отсюда пока. Давайте мы немножечко здесь расстроимся капельку для начала, я думаю, да? Вот так вот, а теперь уже займемся этими олухами. Нищеброды, ё-моё. Ну... все, хорошо, ребята, а теперь пошли уже и захватывать. Так, подожди, вот эти вот лазерные щиты. Ага, вот оно что, они появляются и исчезают. Ладно, нам просто-напросто нужно по-быстренькому это дело успеть сделать. И делов... Ай, тихо-тихо-тихо-тихо. Фух, повезло. Так, тихо-тихо, не надо замедлять, не надо замедлять мне моих, как говорится, ребят. Сейчас мы все здесь с вами устроим, все у нас будет хорошо. О, вы видели, как просто он четенько туда портанулся? Так ты уж делай тогда до конца, что-то, блин. Нет, что-то они здесь мельтешат, мудрят. Да проходи ты, ядрёно, вот что. Так, захватите терминал и откройте правый вход. Отойди, ты же сейчас сгоришь. Ай-яй-яй-яй, одного лишились, ребята, мы. Правый вход. Ну, в любом случае, мне показывается, что нужно идти наверх. Так, вот этого мне только не хватало здесь. Так, главный, подожди. Ты мне, главное, здесь не падай. Ты мне нужен. Турель, давай, помогай нам. Сейчас мы захватим, попробуем, по крайней мере, вот этот вот терминал. И дальше уже посмотрим, что у нас тут получится. И если, конечно, мы успеем. Эти роботы достали, на самом деле. Прутся всех щелей, почему-то у них тут везде. У них как будто замкнута система. Они с любого конца карты могут попасть именно сюда, сразу же к тебе, как говорится. Поздороваться и обратно потом идти. Ну, здесь мы разобрались с ними. Захватываем, короче. Так, родные, подойдите ко мне, вы мне тоже нужны. Вот хорошо, что если одного уничтожили, то он потом со временем все равно к нам присоединяется. Так, я не понял, ты у меня захватил или нет? Вот, отлично, захватите переключатель входа в правую зону. Значит, теперь мне нужно идти туда. Хорошо, давай. Вот, вот. Вот они. Все передвигаются у меня сразу. Подожди, 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 давай подождем. Куда ж ты щеманулся-то? И стоит, главное, любуется. И, ребята, вам не кажется это странно? Почему-то щиты стоят на месте.
Так, я не понял, тут что за заваруха такая, эй! Голубчики, мы так не договаривались. Давай-ка щиты установим. Пришли они сюда ко мне. Ну-ка, смогу? Нет, не могу, ребят, я поставить сюда турель, к сожалению, потому что зона в невидимости. Откуда же вы прете, гады? Откуда-то снизу? Ладно, давай, подожди, постой маленечко. Давай, проходим, проходим быстрее. Быстрее еду? Нет, как всегда, эти тормозят. Значит, нам нужно идти с вами на ту сторону. Хорошо, мы сейчас туда с вами попробуем дойти. Так, подхиляемся. Естественно, будем хиляться. Ну что ты не идешь-то ко мне, а? Смотрите-ка, они под щитами. А мы для начала сделаем вот так. Турель их должна отвлечь. Он включает свои щиты, этот киборг. Ну, а мы все равно его должны будем разобрать сейчас. Вот. Делов-то на копейку. Ну что, а теперь мы с вами должны идти на ту сторону. Слушайте, а мы вот этот-то захватили. Да вроде бы как бы все под нашей властью. Но я, если честно говоря, не уверен, ребят. Я кое-что хочу допроверить. Такое ощущение, что, по-моему, вот это вот не наше. Ну не могут эти вот щиты постоянно здесь находиться. Они должны исчезнуть. А ну-ка проверим. Нет, смотрите-ка, захваченные. Хм, странно, та тоже наша захваченная. Больше здесь ничего нету. Эти не исчезают вот здесь вот. Может быть, здесь что-то есть? Точно, ребята, я кое-что вижу. Я вижу, внизу мы можем с вами получить дополнительную единицу. Точнее, дополнительный юнит. Так, подожди. Оп, разнесли. Здесь тоже уничтожили. И ты будешь двигаться или нет? Щиты будут убираться или нет? Нет, они не собираются, ребята, уничтожаться. Хорошо, мы тогда пойдем обратно к себе. И уже разберемся здесь, на нашей территории, с этими говнюками. Ну, давай, турель, бомби. Так, мы можем с вами призвать. Кого же нам вызвать? И мы вызовем, скорее всего, задиру. Он у нас здоровый, мощный. Пускай и медленный, но урона он столько наносит, что любой титан ему позавидует. Давай. Ну, куда пошел-то? Молодец, с удара снес. Так, а теперь уже я пойду на ту сторону. Хотя мы сделаем немножко по-другому. Давайте мы своего главного сюда отправим. Это надо вот так вот обойти. Ну, обойдем, хорошо. Так, сюда, вот сюда поворачивай. Подожди. Ах, как ты медленно замедлился, бедный. Ну, а здесь, ребята, ничего, к сожалению, и нету. Ладно, хорошо. Могу я тут пройти? Могу. Да и фиг с ним, что немножко мы с вами здоровье потратили. У меня есть подлечивание. Я его, естественно, активирую, и мы продвигаемся с вами дальше. Все, теперь выбираем всех. И погнали-ка мы отсюда. На ту сторону. Ах, вот он, щит-то, который нужно было захватить. Давай встаем. Как ты медленно ползешь, как черепашка прям. Сейчас мы это захватим, дело все, ребята, и уже рванем на эту сторону. В принципе, я чувствую, миссия будет какая-то коротенькая у нас здесь. Ну, они, в принципе, на то и дополнительные миссии, чтобы быстренько их завершить. А ну-ка. Вот не надо только в щитах, ребята, драться. Вы же прекрасно видите, что он нас уничтожает, этот... Это платформа, которая светится. Давай вот здесь вот подойдем. Так, тихо. Что-то вас тут слишком как-то уж много. Помогать надо. Обязательно помогать. Так, разнесли. Этого сейчас хламона тоже уничтожим. Блин, мне бы лучше, конечно, сюда переместиться. Так, захват идет захват. Отлично, мы здесь захватили все. Блин, моих солдат все-таки уничтожили, причем всех. Боевиков-то моих бедных, родных. Ну хорошо, мы сейчас, ребята, отомстим им. Давай уничтожаем вот этого последнего дрона. Да, и опять же мы сюда зря пришли, ничего тут хорошего для нас нету. Только кругом враги, блин, да вы достали, вас тут слишком много. И вот эти вот щиты, которые тут появляются, честно говоря, очень сильно раздражают.
Давай, гасим, загасили. Пробегаем. Так, подожди, тебе нужно на подхиливание поставить. Пока еще откаты идут. Да и фиг с ним. Пускай там стоит, строчит. А мы пока подлечимся. Так. Кто там по нам все строчит-то, я не могу понять. Ага, киборги эти, да? Ну ладно. Ага, вот тебе, ага, давай двигаться. Нам бы по-быстренькому. Вот, я вижу еще следующее поле. Так, вот сюда. Что там показывают? Какая-то атака на нас идет, да? Мы можем с вами призвать, естественно, можем. И это будет у меня ракетчик. Вот так-то оно, наверное, будет поэффективнее. Тут-то что, заваруха? Не можем все захватить? Погоди, мой-то главный, ё-моё, мой главный погиб, к сожалению, ребята. И сейчас они задирут, тоже разберут. Это факт. Один он тут не справится. Блин, печалька. Да, я даже не смогу подхилить. И эти все идут и идут, прут и прут, гады. Тут-то в чем проблема-то, я не могу понять. Вообще-то никаких проблем здесь нету. Ну-ка, накажи. Вот так вот, сейчас мы его расстреляем просто-напросто. Он тут довыделывается, довыеживается. Так, и давайте, наверное, своего главного вызовем вот сюда. Блин, нужно, видите ли, зона та, которую мы с вами видим. А что это у нас за роботы такие вышли, я что-то не понял. Смотрите, маленькие такие роботики. И перить-перить ползают. Вызываем нашего сюда. Ну, естественно, сразу ставим на хил. Ну, кто кого? Ну, конечно, мы. Вау, у нас какой мощный заряд. И тех тоже, конечно же, уничтожаем. Даже там твой подхил тебе не поможет. А мы в этот момент с вами пробегать должны. Пробежали почти что. Давай-давай-давай, иди сюда, иди сюда. Блин, надо постоять. Нужно здоровье нам восполнить. А я вот так сейчас делаю. Они отвлекутся на мою турель. И мы в этот момент должны будем их сейчас расстреливать. Есть. Пополняем себе здоровье. Что же это вот за маленькие такие роботы? Ну эти это наши, наши. Видимо, мы то ли их плодим, то ли еще как-то так. Ну, давай, 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 щит кончился, все, мы проходим сюда. И, естественно, так, стоп, 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 стоп. Сейчас пойдем, не спеши, вот. Блин, этот щит очень быстро восстанавливается и появляется, как раз не вовремя. Ай-яй-яй, очень мало здоровья у меня у ракетчика. Я должен восстановить маленько здоровье ему. Давайте-ка, вот так вот. Похиляемся маленько. Тут все хорошо, хорошо. Так, мы можем еще с вами кого-то призвать. И это, наверное, у нас будут. Да, давайте-ка медиумов вызовем. Они хороши. Тем более у них довольно высокая скорость передвижения. Мне это на руку. Давай, ребята. Все, что ли, закончилась у вас супер-турбо-скорость? Нет, смотри-ка, двигается, все отлично. Так, щит исчезай, мы сейчас туда, к нашим, хоп-хоп-хоп-хоп. Погоди, погоди, а с какого перепуга-то? Оу, медиум, смотрите, вообще шикарно, они справляются со своей работой. И вот мы, в принципе, все здесь. Погнали отсюда нафиг, ядрени фени. Я сюда поставлю турелечку, сразу поставлю на подхил. Да-да-да-да-да, конечно. Против. Так, захватите главный терминал управления барьером. Это, я так понимаю, вот этот, наверное. Так он вроде бы как наш. Или здесь где-то есть что-то другое, чего я не вижу и не знаю пока. Так, здесь поставим на подлечку. Так, робот, ты куда у меня ушел-то? Ты должен здесь быть. Ты смотри, какая там возня. Так, двигаемся с вами по правой стороне. Обязательно по правой стороне, потому что... Вон он, по-моему. Нет, это не то. Это все не то. Хм. Ну давай, давай, давай этого робота валим. Сколько этих дронов тут понавыходило. Не нравится мне это. Жалко, у меня нет, знаете, какой-нибудь такой капсулы. На нее кликаешь, и вся твоя армия сразу уже здесь, у нас.
Не надо никого вести все заново с нуля. Может быть, потом она в дальнейшем и появится. Было бы вообще шикарно. Оу, станции, вы не припухли, они плодят прям на месте этих роботов. Ох ты, ты посмотри, как нас тут жестоко наказали. Черт подери. Блин, медиумы, вы-то как... Ой, господи, они же там простояли. Хорошо, беру на этот раз я тогда, ребята, огнеметчика. Огнеметчика возьмем и пускай он идет сюда, да, медиумов. Так, ты по какому пути, спрашивается, пошел, а? Ну не дурила ли? Ладно, надеюсь, ты знаешь, куда идти. И больше мы с вами никого не можем, к сожалению, призвать. Почему-то. Кто-то вот тут вот мне не нравится, ребят. Какой-то чепушило здесь все время стреляет. Где он? Ага, вот он. Все, мы его засветили, ему крышка. Так, давай сюда. Тут у нас, кстати, тоже что-то есть, смотрите. Но это пока закрыто. Видимо, нам нужно захватить вот этот вот пульт. И мы, естественно, к нему сейчас, ребят, пойдем. Вот мой и главный готов. Сейчас он там начнет кипиш по полной программе. Так, медиумы, давай, 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 давай. Не тупим. Ему одному не справиться с такой кучей врагов. Турель. Выстраиваем и уничтожаем, естественно, вот эти вот маленькие заводики, базики. Все, захват пошел. Я говорю, захват пошел? Пошел. И вот это вот захватим. Вот этот минерал обязательно. Так, захватите главный переключатель завода. Это где он, интересно, находится? Где-то, наверное, вот здесь. Подожди-ка, по-моему, нет барьера. Сейчас проверим, ребят. Ну что, пошли вот сюда. Посмотрим, да, ребят, барьера нету. Я могу захватить эту точку. И этим сейчас займемся. Так, ну... Уничтожьте главный завод. Все, я понял, нам нужно идти наверх. Давай сюда и пойдем. Так, погнали. Да-да-да, я в принципе предполагал, что здесь... Оу! Нифига расколбасили турелечку мою. Была не была, пойдем, ребята. Разбираем, вот он, завод, наверное, главный ихний. Так, продвигаемся сюда. Он в щите, он думает, что это ему поможет. Ну-ка, огнеметчик, займись-ка с ним. Хорошенько поджарь его там, гаденыша. Так, ну щит мы ему сняли, это уже плюс, вызываем турель, посмотрим. Ну давай, 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 бомбим этот завод ничтожный. Ну, есть. Да, ребята, победа за нами. Сколько нам дают? 260 голды и 690 очков на изучение новых скиллов каких-нибудь. В принципе, я считаю, что неплохо. Это задание у нас выполнено, вы это прекрасно видите. Ну что же, у нас есть еще два. И, наверное, мы сейчас с вами и отправимся. Так, ну для начала я хочу что-нибудь купить. У нас 700 очков и нам нужно что-то приобрести себе. Путевое, толковое. Так, 10%, не знаю. А это что такое? Удваивает бонус к здоровью империев. А вот это-то что такое? Эффект массы. Духовный поток медиумов замедляет врагов сильнее. Вот это вот, кстати, хорошо. Мы с вами выучим. Точнее, мы доучили до второй. Да, отлично. Медиумы. И 250 очков у меня всего лишь осталось. Я могу только лишь... Вот, кстати, это шокер у нас. Удваивает электрический урон, которым наносят шокеры. Хм, ну интересно, я же вроде бы как бы не покупал. Значит, они сами по себе появляются. Ну, 700 это уже на следующую. А тут у нас рука андроид. Это у огнеметчика. Хорошо, выучим. Также мы сделали с вами анчивочку. Давайте заберем достижение. Это где оно? Где? Покажи мне, пожалуйста, достижение. Вот, 100 очков еще в плюсе. Также мы можем приобрести вот этих вот бравых ребят. Банда бомбардиров. Так, купим.
Потом, а, у меня уже были они. Блин, у меня две штуки. Ё-моё, ну вот что значит невнимательность. А, ладно, кашу маслом не испортишь. Одного, я думаю, что можно в себе взять. Это он будет вместо вот так вот, пожалуй, возьмем. Осталось нам еще вот это прикупить. 1000 голды стоит. Но я думаю, что он того стоит. Это, по идее, у нас орбитальный удар. Это, получается, орбитальные батареи, выпускающие одновременно 50 взрывающихся ракет, уничтожая врагов на огромной территории. Вам обязательно понравится запах орбитальных ракет поутру. Слушайте, я, наверное, с этим спорить не буду. И, скорее всего, действительно мне понравится запах. Ну, а мы с вами идем на следующую дополнительную миссию, которая будет называться «Стальное сердце». Так что, ребята, будем защищать с вами техника. Вот, в принципе, такое у нас основное задание. Если я, конечно, правильно это понял все. Так, вот у нас техника. Захватите переключатель моста с помощью техника. Да, ребята, мы будем его с вами охранять. И путь у нас, наверное, будет немалый здесь. Предчувствую уже просто-напросто. Так, следующий переключатель. Ладно, пойдем на следующий переключатель. Блин, ее как бы и оставлять нельзя. И с собой таскать тоже нежелательно. Блин, я не знаю, что с ней делать. Стопудово ватная она. Так, разбираемся, разбираемся. Вояки, не дуркуем. Давай вот сюда турель поставим сзади. Как раз со спины пускай бомбит. Так, идем, идем, идем. Так, хорош там буянить. Готов. Продвигаемся. И следующая партия идет. Уже начинают стрелять. Да что же она там идет-то все и бубнит-то? Вот что мне интересно. Не набубнилась, что ли? Не страшно тебе, родная моя, а? Так, давай-ка ты вот этим займешься. Вот воины, молодцы. Просто порвали в хлам этих роботов. Так, ты поднимайся тоже со мной сюда наверх. Ты мне нужна. Вот следующий у нас переключатель. Я уже его вижу. Разберемся с этими говнюками. Оу-оу-оу. Тихо, маленькую базенку вот эту вот надо уничтожить, которая плодит у нас роботов. А в этот момент наш инженер будет заниматься захватом. Ух ты! А вот это вот прекрасный бонус, что я могу сказать. Пиу! Ага, мы их стопорим. То есть они ничего не могут сделать, видите, как бы в щитах такие, их парализует. Как же ты, медик, инженер, долго идет у тебя захват. Так, ну-ка, давайте, надо помочь. Помочь моим дипломатам. Это что это такое мы вызвали? Какие-то новые и новые постоянные вещи появляются. Какие-то кристаллы. И что они делают? Делают нам, наверное, какую-то дополнительную защиту. Вот что мне кажется. Все, захватили, ребята. Третий переключатель моста нам нужно с вами захватить. И, конечно же, мы с вами туда отправляемся. Практически сразу же выделяем всех и погнали. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. И здесь у нас маленький заводик. Но почему-то не... А, не активен. Притулился просто. Думает, что я его не раскушу. Ну, как бы не так, ребята. Интересно, что это за такие... А, это наши маленькие турелечки. Понятно. Ну что же, двигаемся далее. Погоди, 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 погоди. Погоди. Всем нужно сразу двигаться. Почему по одной? И в инженера, главное, сразу бомбят, а? Турель сзади. Как говорится, эффект неожиданности. Где мой инженер? Инженер, отойди, 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 отойди. Ты же рискуешь. Ё-моё, блин. Хорошо, что дипломаты создают щит. Это большой плюсик. Так, продвигаемся. Здесь опять у них какая-то маленькая базенка. Но у нас тут враг. А, нам в любом случае надо будет идти вниз, ребят. В любом. Так, инженер, ну не подставляйся ты. Да ё-моё. Ох, как вы меня раздражаете, а. Давай, забомбили. Все, отлично, двигаемся сюда к этим охламонам. Тут их еще причем довольно много. Так, раз, два, три, четыре. Четыре робота этих дрона порвали. И вот этих вот двух. И инженер, ты где у меня? Давай-ка захватывай вот эту вот консоль. Она нам нужна. Стопудово где-то что-то должно будет открыться. Я боюсь, наверное, вот здесь где-нибудь мостик вырастить, да? Так, а тут, смотри-ка, идут.
турельку уничтожили. Ну, точно, ребята, вот эти вот дипломаты напоминают мне протосов. Чего бы ни говорили бы, ну, так оно почему-то и есть. Так, эффект неожиданности, турель. И гасим, гасим, гасим. Блин, огнеметчик молодец. А где у тебя рука? Я же тебе выучил руку огнеметчика. Я в упору ее почему-то не вижу. Ну, давай, чуть-чуть совсем осталось для захвата. Захватите четвертый переключатель. Это где? Ага, нам еще ниже нужно идти, ребят. Так, ладно, с этим, наверное, мы покончим по-барикому, да? Вызываем. Один готов. И второй тоже готов. Все, бежим. Бежим, никуда мы не бежим, ребята. Блин, да ты пойдешь сюда, а? Главное инженера оставить позади. Пускай он там стоит, он в безопасности, по крайней мере. Так, турелька, турелька у нас готова. Я ее сюда выставляю. Выделяем всех и погнали. Так, два завода. Естественно, их разбирать будем. Инженер, вот почему, почему ты лезешь самый первый? Ты же у меня не боец, ты же у меня какой-то медик, ё-моё. А все время нарываешься. Смотрите, у огнеметчика, по-моему, может быть, конечно, мне показалось, но вроде бы радиус поражения вот огнем стал намного дальше, чем был до этого. До этого он очень близко действовал, а сейчас, смотрите, у него довольно неплохой радиус стал. Так, этих уничтожили, этого уничтожили, но пока мой медик захватывает, мы в любом случае должны его защищать. То есть стоять вот на передовой вот этого моста и никого не пропускать. И у нас довольно неплохо получается. Так, захват идет потихоньку, идет. Плюс турели у нас тут помогают, которые вызывают опять же у нас дипломаты. Ну, отлично, захватите главный терминал фабрики. В плане, а где он? Погоди-ка, я что-то... Это где-то вот там он должен быть. Инженер, давай, не отставай. И у нас еще при этом идет время. Это вы сейчас специально-то все так сделали? Придумали? Так, давай, главное, тут стой. Прикрывай. А мы попробуем с вами дойти. Потому что тут время идет. Нам даются на все про все 3 минуты. Погнали, короче. Нафиг, они стопудово за нами потом придут. Так, еще тут стычка у нас будет. Давай, двигайся, двигайся. Армагон. Армагон. Что-то не из черепашек вспомнил вдруг. Армагон. Так, давай-ка мы сделаем с тобой разведочку. Неужели сюда нам нужно, а? Да, нам нужно наверх, ребята. И вот главный, видимо, терминал. Сейчас мы его будем с вами захватывать. Так, вы давайте идите сюда. Дипломаты все эти. Жарим, 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 жарим. А где мой главный-то дипломат? А, вот он, дипломат. Не дипломат, а инженер. Эй, здоровье-то! Беги, 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 беги! Ой-ой-ой-ой-ой, фу ты нафиг. Еще бы маленько бы и мы потеряли бы, ребята, с вами инженера, и миссия бы у нас была провалена. Вот что значит оставлять, как говорится, инженера позади своих войск, блин. Давай, двигаемся сюда. Бойцы, переходим сюда вот, на мостик на этот. Турель выставляем. Если будет слишком жарко, я вот хочу посмотреть вот этих ребят. Ну? А, так вы мобильная установка. Вы... Все, ребята, мы захватили. Все, бомбардиры, ребята, это тот же самый юнит, которым я могу управлять. Ну? Я не понял, миссия завершена, что за бред? Победа. Так, 630 очков получили и 230 голды. Ага. Какие-то коротковатые вот эти вот дополнительные миссии, но зато мы зарабатываем с вами очки. Так, плюс 4 очка на повышение я могу повысить. Что, по максималке получается, да? Он у меня полностью парагон изученный. 980 очей у нас есть на изучение. И это будет у нас с вами... Чтобы открыть, что нужно сделать? 12 уровень пройти. А как понять 12 уровень? Это в плане чего? Ну что, давайте тогда турель или нет? Или не будем?
Так, а это что такое? Все бойцы армии наносят тройной дополнительный... Все бойцы армии. Тройной дополнительный урон. Да. Я думаю, вот это вот на... пригодится. Все, 180 очков. Естественно, я здесь ничего не смогу приобрести. Тут у нас 410 очков. И опять же, я ничего не буду здесь брать. Все. Слушайте, я вот думаю, стоит ли нам вот эту третью проходить миссию или сразу рвануть на главную. Давайте главную возьмем с вами, так? Обратный отсчет. Этот удаленный склад дает нам небольшое тактическое преимущество, но мы окружены перифероидами. Времени у нас мало, но мы должны продержаться, чтобы хакер успел взломать систему. Защищайте главный завод в течение 10 минут. 10 минут, ребята, нам придется здесь сейчас пыхтеть. Угу. Слушайте, у нас уже... была такая миссия. Так, что нам показывают? Ага, даже так. Хорошо, мы приступим. Здесь поставим ракетницу. И здесь тоже ракетницу. Что, уже сразу вот так вот бойня началась, что ли? Ладно, также я понимаю, вот здесь нужно расстроиться. Это будет у нас ракетница. И давай, наверное, поставим турель. Вот так вот. Написано было 10 минут, да? Но я в данный момент вижу, что 5 минут нам нужно продержаться. Так, надо выставлять турель. Что-то тут как-то уж больно все зверско. Никого вызвать больше пока не могу. Ладно, здесь мы держимся. Так, что у нас еще? Вот здесь. Здесь у нас стоит задира. Вызываем тогда, точнее не вызываем, а строим здесь лазерную установку. И еще одну ракетную. Так, вот это все будет. Не забываем про щиты. И вот здесь, что это такое у нас? Странно, это как бы наша главная база получается, да? Хорошо, сделаем тогда. Тут ракетницу поставим, а здесь... а здесь поставим лазер. Ну, как-то вот так, ребят, пока я не знаю просто откуда нам ждать врага. Вот они, смотрите, как откуда уже начали появляться. Куда-то снизу, они захватывают, захватывают что-то там. Опачки. И у них появился мостик. Это якобы они могут теперь продвигаться? Нет. Я не могу этого позволить, ребята, им. Так, задира тут у меня активный. Так, давай, бомбандир. Сори, ты взданул, сори. Что там делает? Да. Столько стоит, а толка от них никакого, абсолютно, ребят. Ты смотри, тут какая-то фигня. Тю-тю-тю-тю. Не... зашибись. Давай тогда мы сделаем так. Моего главного уже заколбасили, оказывается. Давай щиты активируй. Турели тоже захвачены. Короче, они, когда, ребят, захватывают вот эту точку, все это становится ихней. Понимаете? Поэтому... вызываю огнеметчика. Так, и попробую захватить обратно вот этот. Ах, нельзя, это что, так положено, что ли? Я не пойму. По сюжету, блин, я не могу. Смотри, прут. Давай, 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 давай. Разносим огнеметчик, давай, бомби, жарь. Отлично, здесь снесли всех. Так, я выставляю, ребят, турель. Также выставляю здесь ракетницу. Все, надо будет это моментально расстраивать. Захватываем, мы можем ее захватить обратно, ребята, я смотрю. Поэтому я думаю, что это надо сделать в первую очередь. А-а-а! Как тут больно. Так, я не знаю, кого взять, ребята. Давай еще возьмем огнеметчика, попробуем как-то продержаться. Всего лишь 2 минуты мы с вами держимся. Так, задира, задира выдерживает, по крайней мере. Давай вот так вот с тобой сделаем. Так, и они потихоньку начинают захватывать. Вы посмотрите, они захватывают территорию, ребят. Огнеметчик, иди сюда. Ставим щиты. Как же без них? Что вот это? Ах, вон они что. Это смотри, вот эти вот гады, разведчики, лазутчики. А вот хрен тебе. Захотел захватить, блин, а? Давай, давай, бомби, уничтожай. Нет, не позволим мы, ребята, захватить им. Турель сюда поставлю, чтобы он... ты смотри, он там ремонтирует, что ли, что-то, да? Хочет. Вали этого нафиг, чепушил. Ты посмотри, он опять обратно прибежал.
Снесли мы его нафиг. Так. Обратно должны отвоевать. Все. Пока нормуль. Так, ну тут у нас как-то больно жестко все. Я вызываю, ребята, еще роботов. Вызываю также огнеметчика. Поможет он нам, я надеюсь. И кто еще? Больше никого не могу, что ли, вызвать? Почему-то нет, к сожалению. Турель. Ребята, осталось меньше минуты нам продержаться. До главной базы никто не должен дойти, потому что у нас, видите, хакер там что-то взламывает. А здесь у нас какая-то заваруха. Эй, так дело не пойдет. Выставляем, обязательно обратно все выставляем. Отойди, пожалуйста, задира, по тебе там бомбит кто-то. Или что-то непонятное. Приоткрыли карту. Вот они, эти олухи, все здесь. Так, ну у нас, как видите, здесь заварушка. Сила Шварца, достижение получено. 22 секунды, ребята, продержаться. Эй, я огнеметчик не успел увести. Хорошо, я тогда следующего. Это будет у нас задира, ребят. Задира чем хорош, что он... Ой-ой-ой-ой-ой, я куда же... Нет, не позволю. 7 секунд, 7, 5, 4. Ну, давай-давай-давай быстрее. Надеюсь, сейчас не скажут мне. А теперь защищайтесь. Ну, блин. Я так и думал, ребята, что нам придется теперь защищать это ядро. Черт бы побрал, а. И как мне туда попасть? Жесть какая-то. Это мне что, вот это вот надо везде все обходить? Ах, вот оно, ребята. Еще 4 минуты. Понятно. Тогда мы с вами, наверное, не успеем, ребят, мы дойти. А ну-ка дай-ка сюда, я смогу захватить. А, пока мы тут будем экспериментировать. Некогда, некогда этим заниматься. Они уже здесь. Оу, батарейки в комплект не входят. Достижение, да какое, блин, достижение. Вызывать надо всех, ребята. Всех, кого сможем. Ракетчик, давай. Начинай потихоньку бомбить. И следующий у нас кто будет? Я думаю, что это будут медиумы. Медиумы нужны, ребята, нам. Да что ж за говнюк такой, а? В усиленном щите. Строчим, строчим. И все, больше я, к сожалению, никого пока вызвать, призвать не могу, ребят. Ой-ой-ой, турель, вызову турель. И заморозку. Пускай она работает, ребят. На наше благо. Вызову напалм и нашего главного парагона. Он-то здесь... Нет, 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 не надо уничтожать мне, пожалуйста. Блин, все-таки уничтожить сейчас. Да как же вы так быстро, лихо разбираете? Да, продержимся мы тут, пожалуй, конечно, ага. Опять уже главного моего завалили. Даже снайпера мне здесь не помогают. Просто никак. Давай так сделаем. Вот это вот говнюк, самый бесявый, ребят. Где мой парагон? Блин, парагон, давай быстрее, появляйся, ты мне нужен. Со всех щелей прут. Так, что это такое? Во, что-то активировали, блин. Так, давай, медиумы, выходите. Ё-моё, нифига их тут расплодилось. А всего лишь, ребята, 2 минуты прошло. И нужно... Вот, 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 давай, турель поставим. Также поставим... Башню. И могу вызвать кого? Блин, давай вот этих вот вызовем. У них накопительное идет, поэтому нам пригодится. Так, с этой стороны теперь прут. Жесть какая-то. Да что ж так. На самом-то деле все. Снайпера. Давай, снайперушки мои. Нужны, и у меня не хватает ресурсов, ребята, даже на щиты уже, вы представляете? Парагона уже как будто и не было здесь, ребята, вовсе. Просто жестокий разнос идет. Блин, жесть какая-то. И как вот здесь я должен, ребята, извините меня, выживать? А? Кто мне вот это скажет, блин? Да, черт. Ну, могу я, могу. Кого? Нет, не того. Вот этих вот. Давай, появляйтесь, ребята, вы нужны. Парагон, выходи. Я знаю, что это, конечно, все бессмысленно. Будем до последнего, ребята, с вами. До последнего сражаться, держаться. Турель, давай, копись быстрее. Вот, все,
Так, я могу заказать? Могу заказать турель. 48%. Что у него там? Его хотят сломать, да? Хакеры моего бомбят. Черт, ну где у меня минералы, блин? Никого не могу, ребята, я с вами вызвать. Давайте морскую пехоту. Ну, толку-то от нее. Блин, опять парагона завалили уже. Все, ребят, по-моему, 10%. Сейчас, я думаю, 87. 55 секунд, ребят, 55 секунд. Турель. Это все вот из-за этих говнюков, которые, смотрите, летают. Они так сильно нам вредят, мешают. Прям я, у меня слов нету. 44 секунды. 44 секунды. Что там загудело? Я не знаю, что это там гудит, что это за тревожный такой звук. Парагон, давай, выручай. А, он появился. Не успели, да? Не успели, ребята. Базу мою расфигачили. Ну, это просто жесть, на самом деле. Я... Фух, я даже не знаю, что и делать. Как и быть. Ну, я попробую еще разок, ребят, сыграть. Будем пытаться. В общем, короче, нужно держать, чтобы при мне были вот эти вот, ребята, кристаллы. Если их захватывают, то все. Нет, вот это вот тоже, по идее, нужен. Так, я ставлю лазер здесь. Здесь тоже ставлю лазер. Они довольно мощные, и от них как бы больше толку, я считаю. Также выставляем турели вот здесь. Так. Строить я здесь пока никого не могу. Медиумы стоят. Защищают, лазеры жарят. Так, ладно, пока переключаемся вот сюда. Вот это вот тоже не захватит. Они когда захватывают, у них, соответственно, сразу появляются мостики, которые их перемещают. Щиты активируем. Так, задира будешь у меня вот здесь стоять. Так, а турель? А, турель же она все равно временная, ребята, поэтому... Давай вот так вот поставим. Должны держаться. Не раскисать, не расслабляться, ребят. Давим, давим. Они, видите, под землей у нас могут передвигаться, эти нищеброды. Так, ну а мы с вами пока вот здесь вот продолжим. Так, здесь тоже нам нужен лазер. И здесь тоже выставляем его. Также сразу поля. Тут у меня ракетчик стоит, да, на прикрытии. Хорошо, и вот самая главная, основная база, ребят, которая должна быть по максималке у нас улучшена. Потому что здесь будет основная заварушка. И здесь будет два подхода, да, три. Черт подери. Так, все здесь хорошо, пока нормуль. Пока стоим, пока держимся, ребят. Единственное, что надо щиты здесь выставлять. Периодически не забывать об этом. Блин, как же они одного медиума у меня заколбасить-то умудрились. Вот, вот эти вот штуковины самые, по-моему, вредные. Летит, летит. Куда вот она? Она хочет захватить. Она захватить хочет. А ну-ка нафиг. Пошла прочь, блин, отсюда, а. Ты посмотри, здесь-то уже захватили. Причем я не могу ее достать ничем. Так, ну-ка, турель, может быть. Вот, 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 вот. Ну-ка, выставляем кого? Давай ракетчика. Мне кажется, что это летающая фигня, поэтому должен ракетчик ее бомбить. Прав я, не прав, я не знаю. Да, по-моему, он. Отлично. Так, парагон, 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 парагон. Да какого ли... Блин, они уже продвинулись дальше. Я могу здесь, интересно, захватить, чтобы... Нет, к сожалению, не могу. Все, короче, мне понятно, ребята, почему я их не мог уничтожить. Потому что здесь нужны именно ракетницы. Только с помощью них мы сможем вот этих вот летунов подбивать. Так, где мой этот... Ну, теперь-то, конечно, сейчас со всех щелей начнет всякая нечисть переть. Лазер, давай, ставься. Активируем щиты. Давай вот так вот сделаем. Вот, жарь, жарь, бомби по всем. Так, и я попробую все-таки вот здесь, ребят, захватить. Получится у меня или нет? Обратно ее. Захватил. Так, погоди, погоди, ты что тут делаешь? Блин, взяли и уничтожили. Говнюки, а. Давай, давай, стройся быстрее. И будем жарить их дальше. Так, отлично.
А они все прут и прут, да, значит? Ну-ка, давай вот так вот зажарим. Щиты. Так, смотри, как они быстро захватывают ее. Оп, обратно. Вот ублюдки мелкие, а. Давай, давай, добивай этого последнего. Все, опять мы перехватили. Вот так вот нафиг. Пускай знают. И турель еще сюда поставим. Так, а в этот момент я вызову, наверное, да, я вызову ракетчика, ребят. Ну, ракетчик, бомбить будешь? Хорошо. Как-то вот так попробуем пока на данный момент. 47 секунд, ребята, осталось. Ну, смотрите, здесь, по-моему, в разы лучше мы с вами прошли. По крайней мере, здесь все тут целое у нас. Соответственно, и тут пока... Ай, задиру уничтожили. Срочно делаем замену. Давай, огнеметчик. Почему у меня тут щиты уже закончились? Мне непонятно вот это вот. Так, вызываем ракетчика. Раз это гады летающие, значит, будут получать от ракетчика. Вот так вот. Давай, старчи. Плюс сейчас еще будут дополнительные 5 минут, ребята. Так, лазер уничтожили. Этому не бывать. Отстраиваемся, естественно, заново. Давай, давай, жарь. Так, защитить. Да, я понял, что мы здесь должны с вами защищать процессор. Ну-ну-ну-ну, все, здесь должны держать оборону, ребята, во что бы то ни стало. Так, ракетчик, почему ты у меня стоишь, ничего не делаешь? Вот они, дополнительные 5 минут пошли, ребята. Держимся. Тут-то что у нас? Тут все почти уничтожили, да, гады? Почти что, да. Ставим щиты. Здесь у нас что? Огнеметчик стоит. Ракетчик, давай строчи. Ох ты, блин, ты посмотри, что же происходит-то здесь. Так, ракетчик, я боюсь, что ты не справишься. Давай задиру поставим. И еще один лазер выставим. Также поставим ядра. Ой, ядра. Щиты. Конечно же, щиты, ребят. Так, ну задира, конечно, хорош, но... Все равно, ребята, наверное, его разберут. Сейчас захватит, да, гад? Захватит же сейчас. Ай-яй-яй, если он сейчас захватит, ребята, здесь появится мостик, и это будет очень плохо. Они смогут туда переместиться, к моей главной базе, а мне это нафиг не нужно. Поэтому, что, нам надо защищать. Так, ракетчика нужно вызывать. Потому что он очень хорош против вот этих вот летунов. Так, еще могу вызвать? Да, еще могу, ребята, вызвать. Давай, выходи. Как он так погиб? А, видимо, все понял, ребята. Я построил нового, и, соответственно, старый развалился. Ну, а где мой... Парагоша уже лежит, все, ребят, понятно. Парагоши уже нет в живых, блин. И это печалька. Так, куда бы тебя, родной, высадить-то, а? 3 минуты осталось. Куда бы высадить-то его? Где будет сейчас основная... Ага. Тут уже, смотрите-ка, лазерная пушка вражеская стоит. Надо сюда вызвать, ребята, ракетчика. Блин, я говорю, ракетчика, не огнеметчика. Вот эта фигня бесявая, очень бесявая, которая летает. И причем, смотрите, она взрывается и очень много оставляет после себя роботов вот этих вот мелких, никудышных. Будем стоять здесь, здесь. Так, тут у нас пока нормуль. Я выставлю щиты себе защитные. Вот так вот. Вот они уже, гады, пришли сюда. Начинается заваруха, ребят. Сейчас будет жарко. Ну, 2 минуты мы уже продержались. С горем пополам. Они уже свою базу, я смотрю, там отстроили вовсю. Так, может быть, как-то вот сюда турель влепить. Вон они стоят, блин. Давай вот так вот сделаем. Жарь по-черному по ним. Щиты активируем. Давай, 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 давай. Лазер, все, что у тебя есть. Все будем применять, ребята. Здесь у нас под контролем. Пока все хорошо, отлично.
Они уже у меня где-то здесь тусуются, а? Парагон, ты где? Я не вижу тебя. А, вот ты здесь стоишь. Ладно, пускай пока здесь так и будет. Так, стоим, стоим насмерть. Ну-ну-ну, подбей вот это. Вот, отлично. И сразу же он взрывается там, блин, а роботов своих мелких вот сюда выкидывает. Почему-то поближе к моей базе. Где щиты? Я не вижу щитов, ребята. Мне нужны щиты обязательно. Что мы тут с ним без них? Мы ничего, долго не простоим. Бежит. Так, ну, справимся. Ну, с этим-то справимся, да. Вот это миссия, ребята, вот это миссия, а? Минута осталась. Сейчас будет, чувствую, самый-самый смак. Самая резня. Вон они прут, сверху откуда идут, ребят. Надо туда как-то мне немножко переместиться. Вот сюда мы поставим ракетчика. Ага. Так, щиты обязательно активировать надо. Подожди-ка, у меня одну пушку сбили, эй! Лазерную пушку, это не айс. Так, задира, блин, а задира не может вот этого хламона подбить, потому что он летает. Как-то ты тут, задирочка, не в тему. Давай мы тогда вот так вот поставим, ракетницу. Вот они, уже явились сюда. Ну, ребята, 23 секунды, я думаю, что мы здесь все-таки простоим, выдержим. Они только лишь смогут подойти к нашей базе, больше ничего. Плюс у нас здесь все под щитами, лазеры. Я еще на всякий случай здесь вызову ракетчика. 6 секунд. Ну, надеюсь, не скажут мне еще 5 минут тут простоять. Что? Все, сработало у него, да? Да, ребята, это была победа. 530 очков получаем, 270 голды. Это очень замечательно. Так, и у нас открывается следующая миссия, ребята. И я так понимаю, это предпоследняя будет, потому что последняя будет где-то здесь, в ядре. Так, у нас два достижения. Помните, мы с вами успели сделать. Давайте заберем. Так, вот 60 очков. И вот здесь вот, да? А, 70 очков. Даже не очков, а голды. По-моему, все. Смотрим, 850 у нас с вами очей, и мы с вами можем, а что бы нам такого, это что такое? Сингулярность, духовный поток медиумов увеличивает урон и повышает шанс убийства с одного удара. Хорошо, изучаем. О, это что такое? Саморазрушение, когда башня разрушается, она взрывается, нанося урон ближайшим врагам. Как бы хорошо, в принципе, но зачем? А вот это? Оборонные дроны. Задиры выпускают стаю хищных летающих роботов, окружающих вокруг. Окружающих, ё-моё. Но вот это вот пригодится. Потому что задиры у нас, ребята, сам по себе, хоть он и крепкий, да, но желательно, чтобы возле него была какая-то помощь. А тут у нас будет робототехника. Это новые модули, комплектуются-то ногами и могут двигаться. Боевые модули комплектуются ногами. Это в плане, как так? Этого я, ребят, пока не знаю. Но мы это с вами узнаем уже в следующей серии. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И увидимся с вами в новых видосиках. Так что, всем пока, ребят. Себя давно я представлял артистом в звездной роли. И часто по ночам мечтал, как еду на гастроли. Я знал, в стране диджейский культ, решил, чего бояться. Уклон вертушки, уши, пульт и начал заниматься. Тревога, тревога, диджеев слишком много. У клуба каждого они толпятся у порога. Купил винил, на все забил, ну а основы сводки. Андрюха быстро объяснил мне за бутылкой водки. Недели